Девочки, всем привет! Я Оксана, и вы на канале Воронина Лайф. И сегодня у нас с вами распаковка и обзор моего заказа из интернет-магазина «Любимый Василек». Кстати, у «Любимого Василька» и новый сайт. Вот. Ссылочку я оставлю в описании под видео, и вообще на все соцсети тоже оставлю ссылочки в описании. И у меня сегодня вот такой вот маленький заказ. Ну, точнее, он не такой уж и маленький, просто уже кое-чего здесь нет. Кое-чем пользуемся, что-то подарилось. Сейчас обо всем по порядку. Распакую, чтобы не шуршать. И встречусь с вами. И первое, с чего хочу начать, комплект постельного белья. У меня его уже нет. У меня у подружки был 8 марта тоже был день рождения, 5 марта и 8 марта. И вот я решила приурочить именно этот комплект в подарок ей на два праздника. Совместила приятное с полезным. Вы знаете, я этот комплект, когда увидела впервые месяца два назад, я просто в него влюбилась. Вот просто в эту расцветку. Я обожаю зеленый цвет, я обожаю желтый цвет. И вот это вот я сразу представила весеннее настроение. Очень красиво. Его можно и летом просто застилать, да, но здесь я приурочила именно к празднику. Шикарный комплект. Конечно, я не просила ее сфотографировать, но как-то некрасиво получится. Вы можете на сайт зайти, посмотреть, как он в развернутом виде смотрится. Но вот для вас то, что он у меня был, я ей его подарила. А еще, знаете, я думала, может быть, себе тоже такой заказать, но позже я увидела для себя комплект другой, и он, мы на нем спим как раз-таки с 8 марта, я его 7-го постелила, нет, 7-го постирала и 8-го застелила. И просто у меня дети, когда зашли в комнату, увидели, как красиво, как нарядно, а мне очень принт понравился. Во-первых, многие знают, что я занимаюсь сибирским здоровьем. Это травки. Там как раз-таки травки, как раз такая... эко-тема, понимаете, эко-вариант. Зеленый цвет очень красивый. Я как не пыталась его заснять, с разных ракурсов сфотографировать, не передает цвет зеленый. Он очень красивый, такой насыщенный, красивый зеленый цвет. Может быть, конечно, я сейчас вставлю фотографии сюда, будет понятно, да, но мне, вот как я фотографировала, мне непонятно было. Там у меня, получается, я заказывала под свой индивидуальный размер. У меня 4 наволочки. 2 наволочки 70 на 70. Подушки у меня ортопедические. Соответственно, я их конвертиком складываю. Мне нравится так. И 2 наволочки, которые цветные. Простынь на резинке. И пододеяльник. Кстати, можно было на молнии заказать. Я не заказала на молнии. У меня есть такие специальные булавочки. Я там заколола. Очень нравится. Я его постирала. Не знаю, подсел он или не подсел, но, скорее всего, возможно, даже подсел, потому что это хлопок. Но сейчас он все замечательно. Я, знаете, вот лайфхак. Просто на резинке заказываю. Вот у меня кровать 160 на 190. Высота матраса, по-моему, 22 сантиметра. И когда я делаю заказ, я пишу. Для матраса 160 на 2 метра. И... высота для матраса, ну, в общем, высотой 24 сантиметра. Но я прибавляю чуть-чуть, что если он подсядет, то это... А здесь как раз у меня все хорошо, со всех сторон загнулось. И если простынь даже будет съезжать в процессе, да, эксплуатации, она полностью не будет никуда вылезать. Ну, мне нравится, у меня есть такие и такие просто, но вот нравится, лайфхак, возьмите на заметку. Вот, и как раз 2 наволочки декоративные. И опять же, мне что еще нравится? То, что простынь однотонная... пододеяльник с обеих сторон можно переворачивать. Ну и, соответственно, можно другие дополнительные наволочки. То есть это комплекты, как два комплекта. Понимаете, да? Когда если 4 наволочки заказываешь, очень удобно. Вот, хотела вам рассказать, поделиться. Прям безумно нравится. Заходишь в спальню, настроение весеннее. Причем он такой не весенний именно мой комплект, а именно такой... эко-вариант, он и весенний, и летний, и осенью можно. Ну, зимой, если уж захочется прям весны, можно застелить тоже его. А так я люблю по настроению комплекты. Следующее, вы посмотрите, какая расцветка красивая. Полотенце Грация 50 на 85. Вот тут такой горошек выбитый. О, очень красиво. Дымчатая роза. Расцветка, ой, мне очень нравится. Мне нравится, под цвет помады подходит. Красивая, красивая. Я заказала 3 таких полотенца. Одно из них я подарила Вике. А 2 других именно для себя. Почему? Потому что бывает такое, что что-то очень нравится, потом его нет. И вот именно для себя ванну
одно там, допустим, стирки, другое взяла, и не надоест расцветка. Посмотрите, ой, какие они красивые. Очень красивый цвет. Вообще безумно красивый. Хотела сказать, может быть, вы видите чуть-чуть потемнее, побледнее. Нет, вроде бы вы так же видите. В общем, полотенце Грация. Это как раз вот для головы, можно для рук. Но я чисто для себя. Это будут мои полотенчики. Красивенные, просто посмотрите. Я горошек очень люблю. Здесь как раз вот здесь с одной стороны так, здесь вот так. Красивые. Мягенькие, хорошие. Ой, что-то я смотрю, смотрите. Эко-вариант. Футболка. Размер, сейчас я вам скажу какой. 58-й. Катрин. Футболка женская, очень приятная к телу. Немножечко со стрейчем. Какой тут состав? Тут, наверное, написано будет 100% хлопок. Да, написано так. Но здесь есть немножечко, ну, такой не жесткий, мягенький. Вообще, я ее взяла для дома. Она такая нейтральная расцветка. Она такая достаточно широкая, свободная. Ну, в общем, сейчас померю, посмотрим. Таких футболок у меня было две. Одну я подарила Вике на день... Чего у меня сегодня день рождения? Вике на 8 марта. Я снимала видео, да, подарок, который я ей готовила на 8 марта. Футболку не раскрывала, не показывала, просто показывала ее в упаковке, что я ей ее подарю. Поэтому у меня было две таких футболочки. Кстати, даже не спросила, как ей. Ну, я думаю, что ей все будет хорошо, ее можно заправить, она такая будет оверсайз, поэтому... Посмотрим. Ну, качество хорошее. Хорошая футболочка, расцветка хорошая. И еще вот такая вот расцветочка. Это ночная сорочка. Вот так она здесь сделана. Я очень, кстати, люблю, когда низ вот таким, так отделан. Ну, оверложен, наверное, да? Вот так вот декоративненько. Гипюровая здесь вставочка вот такая. Я такую же подарила Вике. Вот, а сейчас у меня у подружки намечается день рождения, у другой. Ну, в общем, я позволю себе ей сделать такой подарок. Помимо там основного подарка, пусть у нее будет такая же ночнушечка. Мне так нравится она. Мне расцветка. Очень люблю серый с розовым. В общем, я делаю подарки как себе. А была ли на меня такая? Нет, по-моему, не было на меня такой. Нет, мне кажется, не было. Может быть, не было размера в наличии? Мне кажется, я бы заказала тоже себе. Либо не было размера в наличии, либо я себя представила там в каком-нибудь 54-м размере. Не помню, девочки. Заходите, смотрите. Но очень мягенькая, очень приятная такая. Смотрите, какая хорошая. Ну, в общем, мне сначала нужно постройнее для такой ночнушечки. Чем я, в принципе, в ближайшее время и буду заниматься. Вот, а подружке, я надеюсь, понравится. Хорошая. Вот здесь вот бантик. Видите, жаль, что на себе не могу показать. Не, я, конечно, могу, но не буду. Хорошая, красивая. А, слушайте. Во-первых, я заказала у нее верх. У подружки у нее верх небольшой. А низ у нее побольше. Сейчас она, если будет смотреть это видео, она сразу поймет, кому это. Ну, неважно. Ладно. А, и, вы знаете, я еще боялась, что будет маломерить. Потому что я заказала 42 размер. Вот. Думаю, ну пусть будет в обтяжечку, чтобы не свисало, чтобы лямки не сваливались, да? Нет, не маломерит, я вам хочу сказать. И мне даже кажется, что на 44-й очень хорошо подойдет. Так что я беру для себя на заметку тот факт, что если там есть 56-й, я его могу спокойно взять себе. Я ношу, я не знаю, какой я ношу, но вот это вот у меня много раз спрашивали, вот эти футболки, Валерия. 58-й, я все их брала себе, 58-й. У меня есть серо-голубая, меланж, по-моему, цвет называется, а серая это. Ну, в общем, у меня их есть белая, черная, серая, серо-голубая и вот эта хвоя. Очень мне они нравятся, гладить их не нужно. Шикарные футболки, просто шикарные. Ну, в общем, вот это вот, девочки... Берите на заметку, что не маломерит. Вот однозначно. Прям мне очень нравится. Любимому мужу. У него не 8 марта, у него был день рождения. Но, честно, я могла, конечно, я могла на день рождения подарить, но мне некогда было снять вам распаковку. Поэтому он обошелся без трусов. В общем, заказал вот такие вот труселя. Мне, честно, мне интересно было, как они выглядят, что это, с чем это едят. Это... Боксеры, боксеры, 50 размер. Ну, такой домашний вариант, дачный вариант. Он у меня не такие носит, но мне интересно было, я вот одну пару вот такую вот заказала.
Ну что, как шорты можно носить дома при семье. В общем, заказала, пусть будут. А еще две пары вот таких вот. Вот из этой серии у нас есть, мне они очень нравятся. Такие лаконичные, хорошенькие. Резинка широкая, я не люблю, когда тонкая резинка, она может закручиваться. Вот это у него не закручивается. Но мне кажется, у него живота нет. Если у мужчины живот есть, наверное, с тонкой резинкой получше. Хотя не знаю, напишите, девочки, в комментариях, мне просто вот интересно. Потому что бывают, вот резиночка прям такая тоненькая, да, и мне кажется, она вниз еще заходит. Ну, не знаю, девочки, может быть, это мои какие-то гонки. В общем, обычные такие серенькие трусишки, хорошие. Вот, размер L. И еще для мужа, вообще на работу, но сейчас я вот смотрю, даже жалко как-то. Вот такие вот костюм. Ну, это как костюм, я сказала, но выбирала отдельно. Отдельно брюки, отдельно толстовка, олимпийка. Сейчас посмотрим, как называется. Взяла 52 размер. И вот сейчас думаю, не утонет ли он в них. Ну, посмотрим, померим. Вообще, это для его работы. Вот здесь такая лампасина черная. Хорошая расцветка. 50 размера, когда я заказывала, не было чего-то одного, не было. И, соответственно, я бы взяла 50. Но после стирки, во-первых, это все дело может подсесть. А во-вторых, ему на работе, чтобы комфортно двигаться, ну, лучше пусть будет посвободнее, чем будет понесвободнее, скажем так. Забыла слово. В общем, здесь такие небольшие манжеты. Лампасина, вот такие вот карманы, в которые он кладет. О, глубокий карман, хороший. Саморезы, резинка прошитая, смотрите, как хорошо. Вот. И шнурочки вот такие есть. Ну, он померяет. Сейчас как раз он придет, померяет. И... я для вас смонтирую это видео. О, уже идет. Слушайте. Сейчас Арсений откроет. И здесь тоже вот такие вот манжетики. Кофточка на молнии. И с капюшоном. Вот такой вот костюм. А, и два кармана. Смотрите, какие карманы. Да, два отдельных кармана. Они на животе. А, ну как бы они, если здесь молния. В общем, вот такой вот костюм. Муж, вот тебе костюм. Померяешь? Сейчас померю. Давай, хорошо. Ты на костюм посмотри, красивый. Красивый. Ты рад? А если он тебе велик будет? Велик не мал? Ушьем? Ну все, девочки. Сейчас ему дам померить. А, сейчас я футболку померю тоже сама. Подождите. Всем привет. Девочка говорит, как охранник. Хорошо. Ну, а тебе что, не нравится, что ли? Ну, скажи. Чего? Костюм. Ну, на дачу нормально. А я же на работу его брала. Ну, у меня форма на работу. Жалко, что ли? А, уже форма? Уже есть? Нет, еще она будет. А, не успела. Ну, ты будешь пофорсить, а потом на дачу. Ну, слушайте, он, нет, прям нормально, не маломерит. Не маломерит, тебе комфортно? Нормально, удобно. Ну, не маломерит. А то он такой говорит, хоть бы не маломерил еще. Я говорю, чего, поверни спиной. Девочка, все, все нормально, все в тему. Здесь вот резинка. Ну все, поворачивайся обратно. Ну все, красавчик. Можешь идти переодеваться. Так, девочки, одела футболку. В общем, смотрите, как красиво. Мне очень нравится. Я хочу сказать, вообще, мне прям идет эта расцветка. И она вот, ну, смотрите, прям хорошая. Не маломерит, 58 размер я ношу все-таки. Прям, я хочу платье себе, кстати, такое надо его все-таки посмотреть. Ну, вот именно с такого кроя. Я думаю, что есть, только единственное. Да не думаю, а уверена, просто я что-то не задумывалась об этом. Единственное, они, наверное, с поясами. Ну, пояс, наверное, нужен для платья. Смотрите, как красиво, мне прям очень нравится. Прям вот этот рукав. Как он называется? Девочки, пишите, как он спущенный. Спущенный. Мне даже нравится, я люблю, когда вот так загнуто, но мне даже нравится, что оно не загнуто. Сынок, как тебе футболка? Красиво. Красиво? Точно? Вот, а длина-то у нее, девчонки, вот такая. Вот, видите, она как бы наполовину попу прикрывает.
Все хорошее. И если вот кто-то кому-то заправляет, да, ее вот куда-то, она не плотная, не толстая. То есть она нормально заправится. Не будет топорщиться из-под джинсов там, да. Девочки, обратите внимание. Она не броская, такая в то же время с принтом. Ну, короче, вообще, девочки, очень нравится. Говорите, пишите, как вам. Мне очень нравится, честное слово. Ненавязчивая такая, спокойная. И мне нравится, как она на мне сидит. Так, если бы она была, представьте, в обтяжку, да? А здесь она вот. Класс. Все, девочки, новый сайт. Ссылочки в описании под видео. Переходите, заказывайте. А я с вами буду прощаться. Спасибо, что были с нами. И всем пока. Пока.